Если вы хотите поиграть во что-то кроме Доты, то рекомендую вам покупать игры в моем личном магазине, магазин Милорда. Здесь есть все новинки и хиты по очень низким ценам, а в рандом кейсах всегда выпадают игры дороже, чем стоил сам кейс. Это я вам гарантирую. Также в разделе аккаунта вы можете приобрести игру раз в 10 дешевле, чем в Стиме. Но еще вы получаете от меня хороший подарок за любую покупку в моем магазине. Добавляйте закладки в мой магазин и затаривайтесь играми там. Сэкономите кучу денег. Ссылочка будет в описании. За дело берется мясник. Шпекл? За что такой жестокий мир? ФБ не дали! Стоишь, сосешь жопу теперь. Да ну, там была анимация прям конечная. Зевс, ты что-то вытворяешь, алё? В прошлый раз отвод не сделался. Сейчас должен был сделаться. Ух, ю. Кстати, думаю, что вар здесь стоит, походу. Плохие крипы там, они сейчас тупо снесут у меня все. Сейчас время купить себе капельки и стики. Потому что время будет убивать Зевса. Скоро. Они копи там наяривают. Даже не все так плохо. Эх, жалко, я сейчас бы хукнул его, но там как бы ля фиаско. Слишком близко. Ну, он задолбал уже, это больно. Да, я просто донаюсь. Быстрее будет. Сейчас 5 левел получаю. В принципе, его можно будет убить. У него скорость не такая большая. А плюс у меня капельки, стики. Думаю, нормально все будет. Главное 5 левел тупо взять. Да-да-да-да-да, выбивай с меня капли. Погоди, а, каплика дэшится. Сколько там урон будет еще длиться? Меня один ряд не устраивает. Погоди, а почему второй скок был? Умен. Умен. Ничего не скажешь. Умен. Серьезно. Это был сейчас хороший мув от него. Как бы... Единственный шанс на спасение, по сути, у него было именно вот так сделать. Так. Кстати, рун не прочекал. О, ай. Да не наяривай ты по мне. Кстати, одна капля осталась, нельзя терять. Вот это мой шестой. Это конечная. Так, и плюс ботинок. Все нормально. Дайте мне мое богатство. Тройной стачок запилил, запилил. Так, сейчас четверной запилю еще. Вроде должен запилиться. Да. Еще присдохнуть мне от этого стака, ёпрасоте.
Мы у Зевса КД ульта должна быть еще секунд 20. Просто сейчас на приколе даст ульту, это будет... Ну, это все, это фиаско. О, кстати, еще хватает. Солямба. Не, я все-таки на линию вернусь. Как бы Зевс сам к себе... Ай! Не помрет. Капелька готова, реген готов, Зевса не видно. Что ты все взял? Ага, иллюзия. Это тебе не поможет. А вот то, что он капли из меня тупо выбивает, это вот печально. Были бы какие-нибудь там физики, я бы сейчас ворвался. Черт. Зевс. Иди сюда. И не пойдешь, ладно. Я так. Крипов размять пришел. Ты не ругайся. Кому сказал не ругайся? Какой злой. Походу зол, что я его прибил в прошлый раз. Будет до Таула сейчас идти, даже ульту у меня потратить возможно. Нет? Ну и ладно. Осталось еще две капли. За те две капли надо как-то с ним разобраться. Кого сожрать-то? Давай тебя. Копия? Думаю, копия. Да, это копия. Ух, не копия, ни хрена себе! Ты что, такой хитрый, что ли, по-твоему? Знаете, я на всякий случай буду... Чувак! Решил перехитрить? Я сейчас кончу. Ай, тя-тя! Ух ты ж, мама-мия! Как же это было близко? Клянешь, что ли? Как же это было сейчас близко? Мне же страшно стало. Подожди. Он сам заберет? Или нет? На тебе еще. Даже еще вот это вот. Ой, а что это там нанизу творит? Ну он только стоверный, сорян. Что-то посмотрел контейнера? Нет. Пока нет. Кстати, он рядом. Настолько рядом, что он может сдохнуть сейчас. Хотя тут Пашка. Умер. Правда, умер после того, как я нажал на Soul Ring, и я что-то не подрасчитал, походу. Я внес себе 700 дэмэджа, и, блин, я и не на пассив... Не, хреново мув, короче. Если бы в Солянова, я бы сейчас идеально сделал, он даже бы шрайн не нажал. Даже если бы нажал, я все равно бы его убил. Очень плохо, что Пашка забрала сейчас за меня просто 500 бабла с ничего. Привет, Санек. А давай будем делать так, плюс еще вот так. Все равно макдэмэдж очень много, это дело продать. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Вот, я так понимаю, постоянно об Марс убивается. Ломаем, ломаем. А это зачем?
Чувак, не твой день. Опа-на. Сюда пошел или сюда? Черт, непонятно. В любом случае, сейчас я его встречу где-нибудь. Вот здесь, возможно. Может, здесь? Ты где вообще? Он где-то мины поставил и... Куда? Где он минировал? Здорово. Ладно, прицел сбился. Сейчас пристреляюсь, погодите. Ну, он даже боту тупо в крипа дает. Чувак, у меня хух на единичку вкачан, ты че меня боишься? Он дурак. Сейчас как откадешься? Вот на рейнджа тебя поймаю. Не так, как боженька сделал, ты так не можешь. Куда собрал? Ну мог бы оставить, но ну, ёпрасы ты. Ну... Ты нам не помогаешь. Вообще абсолютно, блядь. Конечно, абсолютно. Наверное, 3 килла вот просто так из ниоткуда взялись, и 3 ассиста. А то, что саппорт бегает 6-3. Обалдеть просто. Красиво, замечательно. Как бы охуительно. Забрал фраг, пошел сдох. В итоге я вынужден дофармили свой худ. Вьюр сейчас слишком кропашный, чтобы драться. И на тебя кнопочку последнюю. Все, красиво. Третьего не стал забирать. Просто как бы конвейеры всех разобрали. Сейчас, погоди, погоди. Магия? Все, у меня Хогвартса. Течь. Как-то слишком нагло себя везет. Он заманит Вайда, походу. Тейдж, за шо? Где ты вообще? Дай найду. Ну дай поковыряю. Ну идем сюда, ну Тейдж. Я же знаю все твои уловки, ну Тейдж. Куда собрался? А, нет, от такого замедла я сейчас не смогу ее догнать вообще никак. Хук, если при нормальном, кстати, 25 бабла не валяются на дороге. Здорово, Кирилл, как дела? Нормально. Вон, видишь, как я разыгрался. Так сумасшедший, наяриваю просто уже. Минус чайник. Кстати, он прям идет так сочно. Погул, все. Компенсация. Так. Нормально, погнали, поехали. Разогнались. У меня такое чувство, что я тупо работаю. Знаете, был такой танк, который разминировал минное поле во времена войны. Вот я себя вот этим танком ощущаю. Он как каток выглядел огромный. Кого? О, здорово. А ну стой! Куда ты идешь? Смотри, что будет. И такая глупая, как будто не понимает, что я сейчас хукну туда, куда она, блин, конется. Тю.
Не надоело на 2К играться? Я уже на 3К сижу, если что. Да и как бы в чем? Не знаю, такой вопрос странный. Это такая судьба у Буча. Он не может солямбо ПТС подымать. Ему нужен кто-то, кто будет помогать их подымать. Хотя бы один человек из команды, который что-то из себя представляет. Как бы ты ни солил, как боженька, все равно может выйти так, что ты игру проиграешь. Ну один хуй одно и то же. Что 2К помойка, что 3К помойка. Я не отрицаю, это так и есть. Чем выше поднимаешься по ПТСам, просто люди более токсичные становятся. Вот единственное, что замечаю я. Единственное, где игры хорошие, это групповые ПТСки. Почему так часто за Дайрфа? Я сам не знаю. Я 7-ю игру за Дайрфа уже играю подряд. А давайте спушим, мы ничего не сделаем. Точнее, они нам ничего не сделают. Доталова. Хорошо пошло. Главное, чтобы эта тварина не суициднулась. Ладно, плюс спасибо. Блин. Промахнулся, это хорошо. Пендель залупенил. Да да нафиг, ты что ли? Ух, все. Критулик в жопу долетел. Смертный. Хорошо. Да, я только на Пудже играю. Если персонажа не... Короче, не закажут. За 200 рублей можно абсолютно любого персонажа заказать, если у вас есть такое желание. В принципе, в описании все написано. Крополь остался. Надо еще один заход такой организовать. Правда, там те еще же мин понаставят, скорее всего. Как тебе сидит на Пудже из последних сокровищ? Очень понравился. Он подходит под мой никнейм, так сказать. Сколько процентов на подже винрейта, что ли, имеется в виду? 60 сейчас винрейт. 60%. Так, что здесь у нас вообще? От магдэмэджа защищен. Но надо фуставчик себе выстроить. Привет, Фантомас. Давай так. Без скорости побудем. Или же без стеков. Блин, ну скорость от Буча это решающий фактор. Я лучше без маны побуду. Ну и жопа. Где мины? А ну рассказывай. Мне пиху, я вообще буду тупо бить. Куда? Ой. Это я так, поиграть с ним решил. Чтобы у него, знаете, появилась надежда. Чтобы он может убежать. Бэкдор. Бля, какая сочная пачка. Течка, походу, в семинный меду ставит. Ты радик никогда не собираешь? Собираю. Когда против Бруда играю, против Пала. Короче, да, собираю. Ты ж помрешь сейчас. А? А как я его хукнул? А ну стой, тварина!
Две стороны пушим. Кстати, может кому-то тут похиляться надо, то я уже 12 урон набрал. Кстати, даже барабаны жмут, чтоб пушить, ни хрена себе. Обратку сейчас... Зачем? Я вообще какой-нибудь метеорхаммер собрал. Не пошел дальше нахрен с тобой. Другое место свое говно кидай. Ой. Это что такое? Не понял. Какого хрена происходит? Куда собрался? Так, мусия. У меня... Да где ты уже, что-то херню? Да я тебя сейчас... У, сука! Да не, лич пригорел просто немножечко раньше времени, пока я не начал. О, они тут резнулись, оказывается. Ладно, я тут как бы рейд босс уже, мне вообще насрать. Я всего лишь подошел купить предмет. За что такая боль? Да цепись ты от меня уже! Как хорошо, что рядом нет игрока, который собьет мне вот это говно. Я просто пушу. Я пуш-машина. Или хук-машина. Давайте определимся. Ай, красота. Чё-то не чувствую. Обидно, сейчас будет, что не рампага. Да сейчас организуем, наверное. Вроде катка так плюс, что они как сумасшедшие у нас. Мисс, 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 мисс. Что за хуйня? Ты помри ты уже. Не, рампага явно не организуется. Буч крайне редко рампаги делает. У него нет кнопок, которые располагают сделать рампагу. Урну дай на вивр. Не. Я их коллекционирую, ты не понимаешь. Это наша байт-машина. На нее все байтятся. И за счет этого мы игру выигрываем. Сейчас смотри, как сделаю. Хоба, дарыва. Бегал. Хе-хе. 28, кстати, уже. Там нору сейчас упадет. Так это куплю. А, я не успел. Ну ладно. А я там что, ультракил сделал? Я просто даже не заметил. Я не следил. Опять я повернут от жопы ко всем. О, опять MVP-шка. Две игры подряд MVP.